Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Кис, ваш ключ. Сегодня вы дождались. Сегодня я захожу первый раз в эту игру. Это Standoff 2. Кое-какие люди меня просили это записать. Поэтому я все-таки решился на этом. И я запишу действительно Standoff 2. Надеюсь, он вам понравится. И если он вам понравится, тогда я запишу еще одну часть, и тогда, ну, посмотрим, как будет дальше. Собственно, вот. Лицензионное соглашение. Окей, ну, просто принимаем, и все. Так, загрузочный фон. Сколько там? 324 гигабайта. Ой, гигабайта. 324 мегабайта. Ну, ладно, какой-то Space Vision, какой-то загрузочный фон непонятный. Короче, кто вдруг не знает, что это такое, это, грубо говоря, CSGO только на телефоны. Вот. Ладно, давайте смотрим, что тут да как будет, потому что я никогда в эту игру не играл, вот серьезно, вот просто никогда. Первый раз играю, надеюсь, что у меня получится нормально что-то записать, чтобы получилось прям вот так вот. Да. А если вы еще не поставили лайк под этот видос, обязательно поставьте и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну и прожмите колокольчик, чтобы не пропускать видосы. И стримчанские. Так, у нас уже 32%, я, пожалуй, наверное, на паузу поставлю и потом уже подключусь, когда же уже загрузит. Поехали. Ну что же, осталось совсем чуть-чуть и... 9,5. Давай, догружай. Также, если вдруг выйдет новая часть, обязательно пишите в комментариях советы и вообще, как играть в этот ваш Standoff 2. Не разбирайся вообще ни с кулички. Так, загрузка. Ну, давай, загружай уже, загружай. Долго мы ждем. Чё, надо обязательно, да? Ой, ладно, хорошо. Так, мы заходим. Ага. О, проверка данных какая-то у нас. Что происходит? 2 hours later. Какой-то аккаунт загрузил, который у меня типа уже был. Так, ладно. Хорошо. Ай, я вспомнил историю. Это какой-то там аккаунт друга, друг на нем играл. Ладно, это не важно, в принципе. Это у нас, в принципе, не важно. Инвентарь. Фамас Гунсмокер. Что? Объясните, что? Это так, ладно, это какие-то пушки. Угу. Ну, это кейс, это понятно. Акции. Так, это что? Какая-то небула. Чё это? Так. Ну, граффити. Это что? Это граффити. Это аркана, походу, да? Хорошо. Это у нас за 2000 что-то. Какая-то АВМ или что это? Что это? Это, ну, это понятно. Это карамбик какой-то. Это что за... Какая рамка портала? Что? Я не понимаю ничего. Абсолютно. Так, промокоды. Рынок. Так. История. Мои запросы. Что так? Какой-то газ. Фирикор. Ну, понятно. Это фаерколор какой-то. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так что, если будет еще какая-то часть, обязательно напишите советы в комментариях, что тут, как делать, что, как тут происходит. Вообще не понимаю. Абсолютно. Так, это, я так понимаю, кнопка играть. Ну, давай играть. Че, ну? Ну, давай, командный бой. Окей, давай, командный бой. Залетаем. Stand Wars побеждает команда, совершившая наибольшее количество киллов. Вы можете изменить расположение элементов управления по вашему желанию. Угу. Давай спецназ. Да, тяжело. Тяжело, конечно, во всем этом разбираться. Так, ну... В смысле команда заполнена? Ну, так, а что, как, где... как стрелять? Как стрелять? Кого стрелять? Зачем стрелять? Почему стрелять? Кто? Что нам нужно делать? Так. Нам нужно, типа, кого-то кильнуть, да? Так понимаю. Какая еще разминка?
А, что? Матч начался, хорошо. Куда ты идем? Мы куда-то идем. Так, кого стрелять надо? Так, какой-то калашек. Что? Так. Кто-то кого-то убил. Пам-пам-пам-пам-пам. А, меня убили, окей. Окей. Поехали. Как понимать, кто чей? Почему мне так лагает? Я не понимаю. Я немного недопонимаю, я вам так скажу. Что, куда он пошел? А, это он сюда пошел. Он сюда пошел. Так. Да, что, как это понимать? Как это понимать? Либо просто у нас профессионала, либо я не понимаю. Потому что меня как-то прям слишком жестко убили. Так, ладно. Продолжаем. Продолжаем. Хоп, допустим, вот так как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я стреляю. Я кого-то убил или нет? Я немного не понимаю. Меня убили, да? Прекрасно, хорошо. Продолжаем, продолжаем. Парам, 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 бежим, бежим. У нас счет 9-12, а кто побеждает, они или мы? По-моему, мы или нет? По-моему, мы. Да? Да? Вроде да. Еще 3 минуты играть. Ладно. Ладно. Это супер странный видос. Я это просто понимаю. Так. Почему? Что происходит? Хватит. Что это такое? Что это такое? Почему? Что это? Почему мне не дает двигаться? Куда? Выпустите меня. Пам. Ага, пам-пам-пам-пам-пам. Попал? Или не попал? Попал? Я кого-то убил, отлично. Представляю, как это выглядит. Ах ты! Ага, крыса. Крыса у нас какая-то попалась. Угу. Понятно-то. Вот мой прототип крысочки. Так, ладно. Я хотя бы могу двигаться, это меня радует. По-моему, мы выиграем, да? Что? Ну как? Как? Ладно, идем. Хорошо. Это наш, по-моему, да? Это, по-моему, наш. Ладно. Хорошо. Своих, я понимаю, уже трогать как бы не получается, да? Так, ладно, хорошо. Пам. Да ну как? Как? Я не врубаюсь. Так. Мы 41 килл сделали или как? Ты шо? Ты шо? Я кого-то убил, да? Да, по-моему, кого-то я убил. А, так. Хорошо. Хорошо. Это не наш. Это наш, точнее. Это наш. Я так путаюсь, это просто жесть. Так, идем дальше. У нас еще целая минута играть. Окей. Так, стоять. Пытаюсь мансить. Ой, я, по-моему, кого-то завалил, да? Непонятно, короче, вообще максимально. До сих пор не врубаюсь вообще нисколечки. Так. Ладно, ладно, ладно. Идем дальше. Я плюс-минус понял, просто надо еще прокачиваться. А у них здесь паван? Да стой ты, стой ты. Вот так. Опа. И хопа. Прицелился. О, хорошо, мне это нравится. Мне это нравится. Пам. Ой, я научился целиться. Я надеюсь, сейчас кого-нибудь еще завалю. Нет, меня завалили. Обидно. Обидно получилось. Так. Кооперируемся. Так, это наш. Так, вот кто-нибудь из укрытия. Опа. Тихо. Опа, опа, опа. Пам-пам-пам-пам-пам.
Очень тяжелая в понимании игра для Brawl Stars. Так, вы победили, да? Мы победили, да? А, мы победили. Ура! Победа! Мы победили. Это меня радует. Это меня радует. Я не знаю, конечно, что я полезно сделал. Я сколько вообще и что сделал? Опыт за матч поднял уровень. Написать сообщение. Так. Хорошо, и сколько? Плюс 250 этих опытов. Так. Короче, я еще хочу как-то немножечко разобраться, что тут да как. Режим соревновательный. Так, у нас есть какие-то уровни. Мы, получается, что-то можем открыть или нет? Нет, мы еще не можем ничего открыть, я так понимаю. Что такое ветеран 2023? Это у нас какие-то награды. Это граффити. Так, хорошо. Хорошо. Так, здесь мы смотрели. Значит, клан, поиск клана. Ну, понятно, здесь у нас кланы. Здесь у нас друзья, да? Заявки заблокированы, здесь есть ЧС. В Бравле такого нету. Так, регион, автоматический язык, интерфейс, включен, только QVID, отключен. Куда я подключаюсь? Никуда, непонятно, короче, непонятно. Счетчик FPS, состояние батареи. Это еще что за покемон такой? В соцсетях, хорошо, понятно, здесь, в принципе, я так понимаю, настроечки, да. Просто я представляю, как назову этот ролик. Значит, переписку, авторизация, окей, а это здесь, это... Ох ты, а тут получается у нас графика. Игра, в которой есть графика, можно настроить, как в том же Сбербанке. Неужели, неужели такое есть? Я думаю, такого тут нету. Так, режим движения сидя, здесь у нас полная настройка, полная оптимизация, это прикольно. Почему в рамках полноценного такого нету, вопрос интересный. Что у нас тут по сообщениям? Список уст, понятно. В принципе, первая часть, я думаю, на этом закончена. Если честно, нифига не понятно, но что-то как-то разобрался. Разберусь в следующей части, если вы наберете сколько хороший актив. С вами, кстати, ваш был Ключ. Всем удачи и всем пока.